наше время стало очень модным заниматься с персональным тренером. Для чего нужен персональный тренер? Он может поставить технику выполнения упражнений. Человек обретает уверенность в том, что он выполняет и делает все правильно. И это уже гарантия какого-то определенного успеха. Он даст рекомендации не только по выполнению упражнений, но также по тому, как построить грамотно тренировочную программу. Выбор тренера – это очень ответственный момент. Как правильно выбрать тренера? Во-первых, нужно посмотреть на его образование. Желательно, конечно, если у тренера есть высшее спортивное образование, ну или хотя бы медицинское. Медицинское образование, что оно дает? Вы уже будете уверены, что тренер хотя бы разбирается в физиологии, анатомии, биохимии, знает, какие гормоны вырабатываются во время тренировки, какие процессы вообще происходят в вашем организме. Если же всего этого нет, то хотя бы должны быть курсы, какие-то повышения, квалификации. Все это вполне реально сделать любому человеку при наличии высшего образования. При государственных вузах есть такие курсы по программе физической культуры. И хотя бы минимум это желательно, чтобы было. Если же такого образования у тренера нет, то он должен иметь хотя бы сертификат о том, что он является персональным тренером или тренером по фитнесу и бодибилдингу, или инструктором хотя бы тренажерного зала. Любой клиент вправе спросить у тренера его образование и предоставить ему, если не оригинал, то хотя бы ксерокопию сертификатов. Он может посмотреть серийный номер и проверить, в данном учреждении обучался там тренер или нет. Что касается знаний тренера по диетологии, конечно, это просто замечательно, если тренер обладает таким образованием, но это должен быть не двухдневный семинар, это должны быть достаточно какие-то серьезные курсы, чтобы тренер мог написать, что он диетолог и составлять серьезную программу, сбалансированную по белкам, жирам и углеводам. Я считаю, что только тот человек позиционирует себя должен диетологом, у которого есть соответствующее образование. Ведь вы, когда у вас болит ухо, вы не приходите к терапевту и не просите вас вылечить. Вы идете к отоларингологу, вы идете к квалифицированному специалисту именно в этой области. Поэтому здесь, если хочется правильную программу, которая даст вам не только похудение, но и здоровье, лучше обратиться за этим к диетологу или к человеку, имеющему образование в этой сфере. Когда вы приходите к персональному тренеру, он должен подобрать для вас определенную программу. Из чего строится программа вашей тренировки? Первое, с чего вы всегда начинаете, это разминка. Разминка – это могут быть беговые дорожки, это могут быть эллипсоиды, велосипеды. В течение 10 минут вы можете спокойным шагом походить по дорожке. То есть для чего это нужно? Это больше для настроя вашего на дальнейшую тренировку и для подготовки сердца к нагрузке. Кардио, оно готовит вас только для кардио, оно не готовит вас для силовой тренировки. Поэтому следующий этап после кардиоразминки – это суставная гимнастика. Вполне возможно, что это будет какой-то активный стретчинг, да, только ни в коем случае не пассивный, потому что релакс – это уже все на конец тренировки мы оставляем. Есть еще интересный такой вид разминки – это миофасциальный релиз. То есть раскатка подошв мячиками, различными роллами. Мы можем раскатать мышцы перед самой тренировкой. То есть это тоже способствует улучшению эластичности фасций и улучшению кровообращения в тех мышцах, которые мы будем прорабатывать. Следующий этап – это уже выполнение самих упражнений. Перед рабочими подходами должно быть 1-2 разминочных подхода с небольшим весом. Первое упражнение, с которого мы начнем, это приседания. Это для фитнеса это не просто какое-то базовое упражнение, как привыкли все считать, что жим, там становое, приседание. Для фитнеса это упражнение глобального характера, где работает множество мышечных групп. То есть она является достаточно хорошим стрессором, чтобы запустить важные реакции в организме, то есть это выброс гормонов, что в результате приведет к суперкомпенсации, то есть к увеличению тех качеств, которые мы развиваем. Приседать можно различными способами, то есть приседания в пол, там глубокие,
пауэрлифтерские, тяжелоатлетические. Сейчас мы рассмотрим такой фитнес-вариант, который будет доступен для всех, потому что глубина седа будет регулироваться индивидуально. То есть кто-то сядет до параллели, кто-то сядет чуть ниже, кто-то сядет чуть выше, и это будет во всех случаях нормально. Отлично. Дальше мы вкратце объясним технику выполнения. Так, приседания мы начинаем так. Немножко разводим мыски в стороны, чтобы это была естественная постановка. Начинаем с отведения таза назад. Таз идет назад, подъем происходит через пятки. Руки мы выводим вперед для равновесия. И поднимаясь, опускаем их вниз. Дальше попросим Катю присесть еще раз точно в такой же манере, как она это делала до этого. Ну, немножечко пускай она прислушается пока к рекомендациям. Обратим внимание на положение стопы. Давай, садись. Стопа немножко заваливается вовнутрь. Дальше по цепочке идет у нас сведение коленей. Сейчас мы попросим Катю немножечко перенести центр тяжести на внешнюю сторону стопы, но при этом стопа остается плотно прижатой к полу. Отлично, здесь у нас уже сейчас положение немножко исправилось. Сейчас давайте посмотрим, чем она толкается. Еще раз садись. То есть немножечко, вот мы даже видим здесь, мысок немножко пошевелился, то есть она уходит с мыска. Нам бы хотелось, чтобы она толкалась через пятки. Кать, давай попробуем мы с тобой сейчас толкнуться пяточками. Садись. Ага. Вот смотрите, сейчас у нее появилась неуверенность, да, какой-то страх, что она может упасть назад. Как можно психологически обойти вот этот момент? Сейчас мы с вами дадим ей немножечко поддержки, чтобы она смогла сесть уже без такого страха упасть назад. Она берется за опору снизу, немножечко отводит таз назад и начинаем приседать. Стараемся немножко приподнять мыски и подниматься с пяток. При этом поясница прогнута, пресс напряжен, таз не подкручиваем. Здесь не будет такого страха упасть, так как есть поддержка рукам. Катя, давай попробуем. Немного ноги продвинь вперед. Начинаем движение с таза, таз отводим назад. Мне хотелось бы немножечко сдвинуть колено вперед и немного отведи таз больше. Вот так вот. Теперь выталкиваемся с пяток. Отлично. Еще раз. Отлично. И поднимаемся вверх. Толкаемся пятками. Еще больше отводи таз назад. И через пятки выходим вверх. Теперь постараюсь немножко ослабить поддержку. Здесь мы можем немножечко еще откорректировать положение бедра. Садись. Попробуем бедро немножко развернуть в стороны. Садись. Чтобы колено направлено было на второй палец стопы. Отлично. Сейчас мы прошли уже подготовительный этап. Научили Катю приседать с поддержкой. Сейчас она попробует сделать все то же самое, но без поддержки. Пока мы в качестве обучающего такого пособия ставим сзади скамейку для того, чтобы она понимала, куда ей нужно присесть. То есть это будет у нее такой ориентир. И отводя таз назад, также продолжаем приседать. Еще больше таз отводим назад. Стараемся вытолкнуться пяточками. Теперь давайте посмотрим еще вот положение коленей. Немножко при подъеме колени у нас сводятся вовнутрь. Откорректировать это можно с помощью резиновой эластичной ленты. Теперь немножко подойди к скамье. Будем стараться коснуться ягодичной складкой края скамьи. При этом натяжение резины не должно ослабевать. Садимся. Отлично. Иногда достаточно 1-2 подходов для того, чтобы клиент смог понять, какие мышцы нужно включить и какое должно быть положение бедер и коленей. То есть то же, что мы делали вот здесь вручную, да, сейчас мы осуществляем практически такое же движение с резиной. Дальше обращаем внимание на положение таза.
Сейчас у Кати все идеально, но часто встречается, что таз начинает подкручиваться в какой-то точке. Как мы корректируем это? Или мы уменьшаем глубину седа, или можно посмотреть, что же у нас происходит дальше. То есть насколько сбалансированы у нее мышцы живота и поясница. Если же живот расслаблен, то можно попросить клиента напрячь мышцы живота. То есть это не просто втянуть, а это как бы немножечко подопустить ребра, чтобы поясницу поставить в более безопасное, можно сказать, практически нейтральное положение. При отведении таза назад мышцы пресса, они не должны ослабевать. Давай попробуем, присядем еще раз. Вот, сейчас уже все замечательно. Ноги можешь поставить немножко пошире. Давай немного пошире поставим ноги. Вот, отлично. Сейчас уже скамья нам не нужна. Уже у нее происходит все отлично. Следующий этап приседания – это уже приседание с отягощением. Есть несколько вариантов. То есть это, возможно, приседание с гантелями, приседание с гири, приседание со штангой. Пока рано сразу давать штангу, потому что Катя, не зная, куда, в какой точке она должна лежать, может повредить себе позвонки. И поэтому мы попробуем сначала объяснить на примере пластиковой палки, как у нас должна лежать штанга, и посмотрим по технике выполнения, потому что здесь могут какие-то быть отклонения, и все равно это будет происходить немножко по-другому, не совсем так, как это происходит без штанги. Гриф у нас ложится на мягких тканях. Вот здесь расположены трапециевидные мышцы. Мы сводим лопатки и немножечко приподнимаем локти. Локти не стоит поднимать слишком высоко. Катя опять начинает привычное движение, начинает уходить на мыски. Нам бы хотелось, чтобы она вспомнила, да, откуда мы начинаем движение, что иннервация ягодичных мышц у нас происходит через пятки. Поэтому попросим больше уйти на пятки и толкнуться с нижней точки пятками, при этом напрягая мышцы живота. В таком режиме мы выполняем 1-2 подхода по 15 повторений, чтобы убедиться в правильной технике выполнения упражнения, прежде чем приступить к выполнению упражнения с более значительным отягощением. Здесь самое главное правильно подобрать высоту стоек, чтобы она смогла спокойно выйти и спокойно зайти со штангой. Точно так же кладем штангу на мягкие ткани, делаем 2 шага назад. И уже с этой позиции начинаем приседать. Подбородок немножко приходим, отводим таз назад. Выполняем приседание. И потом также заходим обратно в стойки. Сводим лопатки жестче. Отлично. Подбородок немножко приподнят. Голова немного вытянута вперед. Взгляд на линию горизонта. Угу. Больше отводи таз назад. Все. Ставим на стойки. Для чего же мы создаем эту передачу? Для того, чтобы дать вам ориентир в мире фитнеса, в мире здорового образа жизни. Чтобы вы смогли, придя в зал, не растеряться и знали, что вам делать и как, и к кому обратиться за помощью.